В пятницу я пришел, мне сказали, что тренировки больше не будет, и я очень расстроился. Двери родного спортклуба на замке. Куда теперь ходить заниматься, ребята не знают. Родители же больше волнуют, почему с их детьми так поступили. Я никак не пойму, в угоду бизнеса, какого-то там бизнеса, в угоду деньгам отнимают у детей. Но я уверена, что пройдет время, и все это на нет спустят, и никакого помещения нам близлежащего вот в данной окрестности не предоставят. Клуб «Орбита» находился четверть века в подвале технологического колледжа, но в этом году вдруг выяснилось. Должно быть изменено место проведения занятий, потому что сегодня оно не отвечает нормам санитарным. Это первое. Второе – это то место, которое сдавалось в аренду, и договор об аренде уже давным-давно закончился. Тем не менее, простаивать лакомые метры не будут. По словам директора спортивного клуба, там скоро появятся новые обитатели. Ну а спортсменам просто не оставили выбора. Но если мы отсюда не выйдем, штраф 50 тысяч сразу. Через 3 дня последующие, если не выйдем, уголовное дело заводит на меня. Как выразилась директор училища, она сказала, якобы хотят что-то здесь с обществом инвалидов. Из наших спортивных детей хотят сделать инвалидов, а потом с инвалидами работать. Получается так. Среди родителей воспитанников «Орбита» оказались люди, хорошо подкованные в знании современного законодательства. Если верить им, ребят можно было и не выселять. Любой исполнительный лист может быть предъявлен в течение 3 лет. Если даже вы предъявили исполнительный лист к взысканию судебным приставом исполнителей, его отозвать. Вам ничто не помешает это потом повторно предъявить его на исполнение. И пока у вас идет переходный период, и вы решаете свои внутриорганизационные вопросы, чтобы дети ходили, все-таки занимались дальше. В качестве альтернативы ребятам предложили переселиться в спортзал все того же колледжа. Но как, если занятия в клубе проходят по 7 часов? Куда тогда девать студентов? Мы миллиарды ставим на Олимпийские игры. Мы все, а наших детей, которые, да, мы стремимся, чтобы они были чемпионами, но чтобы они не сидели по компьютерам, чтобы они не сидели, и вы нас ставите перед фактом, уголок вам в спортивном зале, да никто нам его не даст. После долгих дебатов выход все же наметился. Руку помощи воспитанникам клуба протянул директор спортивного департамента. Предложение мое сводится к тому, чтобы эту собственность из департамента образования передать в департамент спорта. У нас хватит средств отремонтировать, довести до ума помещение и чтобы получить лицензию. Думаю, за 2 месяца мы уложимся. А 2 месяца Ольга Александровна сказала, что дети будут заниматься в спортивном зале. Правда, в этом случае, пояснил Трынкин, клуб уже будет государственным учреждением, а значит и к тренерам, и к спортсменам требования будут строже. Да и программы придется придерживаться не своей, а федеральной, разработанной для каждого вида спорта. Но это спортсменов не пугает. Главное, чтобы родной подвал вернули детям. Юлия Кузнецова, Ирина Сергеева и Артем Горчаков. 6 канал.